идентификация. Добрый вечер, профессор. Я вижу, вы приехали на Феррари. Запуск проекта 23. Запуск эксперимента. Ускорение частиц. Фаза первая, фаза вторая. Анализ. Эксперимент начнется через 20 секунд. Выпей, мой друг доктор Пеппер, выпей, выпей. Эксперимент начнется через 3, 2, 1. Естественно, что может быть лучше? Как всегда, в любом фильме, в любой игре, замечательная, чудодейственная молния ударяет в здание, и происходит нечто. Нечто замечательное, страшное и увлекательное. Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня будем смотреть замечательную игрушку Out of This World. Вне зоны нашего мира, то есть мы оказываемся с вами где-то в другом мире. Как мы поняли из заставки, наш профессор производил эксперимент с ускорением разнообразных частиц. Так, что мы умеем делать? И в итоге, с помощью удара молнии, к счастью или к огорчению, мы переместились с вами... Блин, как здесь страшно. Переместили с вами в какой-то непонятный мир. Ой, там что-то есть действительно. Ай-яй-яй, куда? Обалдеть. Вообще, игрушка замечательная. Sega Mega Drive, конечно, это великая вещь, великая приставка, но... Эту игрушку делала Delfin Software. Замечательная компания. Также есть другая игра. С тем, что могла делать эта компания. Она тоже не менее симпатичная, не менее здоровская. Ну а сегодня мы с вами играем в Out of This World. Также есть альтернативное название Another World. Ну, в принципе, что-то то же самое, только переводится как другой мир. Так, мы можем. Что мы можем? Дядя Женя может плавать брасом. Так. Обязательно нужно размочить вот этих вот пиявок, иначе будет просто беда. Они нас просто покоцают, ребятушки. Вообще, эта игра очень сложная. Она очень сложная. Это очень хардкорная игра. Логическая, хардкорная и немыслимо сложная. Так. Иди сюда, моя мазня. Иди, черная мазня, пиявочка. Отлично. Так, главное, чтобы пиявка не упала на нас. Иначе будет просто беда, ребят. А, тихо, тихо, тихо. Вот об этом я вам и говорил. Вообще, надо бежать. Блин, беда. Как вы видите, здесь красивые заставки. Но всегда приходится начинать сначала. То есть, либо вы проходите, либо вы не проходите. Бесконечный континью — это тоже хорошо. Но игрушка адски сложная. Это уже совсем другое дело. Так, здесь мы просто перепрыгнем, потому что это беда. Я сейчас буду 3 часа прыгать через этих пиявочек. Так, тихо, 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 тихо. Мажем, мажем. Блин, да что ж такое-то? Да. Вы еще раз убедитесь в том, что это действительно супер хардкор, но мы не можем пока переместиться дальше третьей локации. Попробуем еще раз. Вообще, для любителей загадок и вот такого необычного экшена эта игрушка просто замечательная. Мне она сразу, конечно же, понравилась, как я только и увидел, как только она попалась мне на картридже. Так, тихо, 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 тихо. Так, здесь мы приседаем аккуратненько. Так, нужно размозжить обязательно всех пиявок, потому что проходу они нам не дадут. Прыгать у нас так быстро не получится, и через все эти пиявки мы прыгнуть просто не сможем. Так, тихонечко, аккуратненько, стараемся. Давай, 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 дружочек. Как вы видели, на заднем плане в первой локации на гору забрался какой-то, я не знаю, монстр или что это такое непонятное. Так, что же у нас здесь? Па-па-па-па-па-па-па, ребята... Я сохранюсь, я не знаю, что делать. А, блин! Я не знаю, что делать. Побежали. Тихо, тихо, да как так-то? Прыжками, 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 сынок, сынок, сынок! Хардкорище.
Прыгай, давай, дружок, пирожок. Да что такое-то? Ребята, это беда. Нет, так дело не пойдет тоже. Так, пробуем как-то вот. Нет, тоже не пойдет так дело. Я не знаю, что делать, ребята. Это кошмар какой-то, это ад просто. Это просто адовая игра. Еще раз. Прыгай, мой хороший. Давай, прыгай. Ёкаламене, давай, еще разок, дядь Жень. Давай. Собака Баскервилли. Побежали. Обалдеть, вот это экшон. Побежали обратно. Блин. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, ребята, не получилось. Давай, дружочек, мой рыженький друг, мой рыженький френд. Давай, ты сможешь, красавчега. Давай, красавчега. Блин, не успел чуть-чуть. Еще раз давай, рыженький. Из Иванушек Интернешнл, давай, Кирюша, давай. Кирюша, ты сможешь, давай, Кирюшка, давай, Кирюшка, прыгай. Сохраняемся обязательно, ребята. Сколько экшена, сколько драйва. Сколько же драйва, но не получилось, к сожалению, да? Так, ладно. Мы сохраняемся, побежали. Кирюшка, ты молодец. Кирюшка, ты рулишь, давай, друг. Блин. Супер хардкор. Я не знаю, как мы проходили это на Сеге, но мы это проходили, естественно, потому что я помню, что мы точно это проходили. Добро, все. Японский городовой. Тихо. Отлично. Hello. Я пришел с миром, друг мой. Главное показать свою улыбку. Итак, нас посадили куда-то в тюрьму. Открой свои красные глаза. Может быть, они, скорее всего, карие, но... Итак, кого же мы видим? Что за эта планета? Итак, мы находимся с вами в клетке. Он положил свой костюм в специальный отсек, и мы оказались с вами в клетке, в какой-то пещере. Как вы видите, сзади есть шахтеры рабочие. Здесь, по-моему, нужно раскачать клетку, насколько я помню, потому что... Да, это я помню. Ну что, ребят, я, наверное, на этом обзор закончу. Если вам понравится, то вы оставляйте комментарий. Я обязательно буду проходить ее с вами дальше, потому что эта игра действительно очень глубокосмысленная игра. Очень глубокий сюжет здесь. Что-то он нам говорит. Чего? В общем, ребят... Оставляйте комментарий, если будет вам интересно, действительно, то мы обязательно с вами ее пройдем. Всем спасибо. Оставайтесь на канале, вас ждет очень много всего интересного, поэтому... Всем удачи, всем хорошего настроения. Мы взяли с вами пистолет, я сохраняюсь. Всем пока-пока.